не попасть в беду на воде? Сотрудники госинспекции по маломерным судам провели занятия для владимирских школьников. Обошлись, правда, без водоема, но зато с настоящими плавсредствами. Детям показали моторную лодку и гидроцикл, которыми пользуются инспекторы. Школьники представили себя в роли спасателей. Младшеклассников научили правильно надевать спасательные жилеты. Каждый из них оборудован свистком. С его помощью можно подать сигнал и сообщить о происшествии на воде. Кроме того, детям продемонстрировали работу спасательного круга. Ребята научились правильно бросать его и тянуть обратно. Так можно спасти утопающего в случае реальной опасности. Такие познавательные занятия для школьников сотрудники МЧС проводят регулярно. Обучают детей и практике, и теории. Провели беседу по профилактике безопасности, безопасного поведения на воде. Почему это необходимо? Потому что вода, во-первых, не любит шуток, и детям в любом случае пригодится в своем опыте и в трудной жизненной ситуации на воде. Для детей намного интереснее проходит мероприятие, если оно еще имеет практическую часть, как сегодня. Это техника, это спасательные жилеты. И поэтому детям интересно, они с большим вниманием слушают это, запоминают. В конце занятия школьникам напомнили главное правило, когда собираешься на речку или любой другой водоем. Буквально через месяц-два, когда подморозит, спасатели снова будут ходить по школам и рассказывать детям о том, чем грозит выход на тонкий лед.